Когда я чувствую запах асфальта, я думаю о Марин. Это мои последние ощущения, после чего я потерял сознание. Тяжелый запах асфальта. Первым, что я увидел, когда очнулся, было ее лицо. Она сказала, что починит мою тачку. Мне следовало бы знать, что все не так просто. Да, когда я думаю о Марин, я думаю о двух вещах. О дороге и неприятностях. Ринбурген, да и хуже грязи. Мистер Корли, только выслушайте мой план, мое мнение. Знаю я твой план. Ты только и ждешь моей смерти, чтобы загробастать мою компанию. Это ужасно, сэр. Я вовсе не желаю вашей смерти. Я никогда не испытывал к тебе симпатии. Но у тебя есть деловая жилка, которую я ценю. Ну что вы, спасибо, сэр. Но это твоя последняя идея. Трип, явиться на собрание акционеров с бандой рокеров? Кого ты лечишь, а? Акционеров, сэр. Хорошо, когда видно, что ты водишь дружбу с реальными покупателями Корли Моторс. А что ты знаешь о наших покупателях, Адриан? Ты же никогда не сидел на тачке. Знаешь, я прямо сейчас был бы на ней, если бы не дестабилизирующее состояние внутри. А твои уши в порядке? Меня пугает то, что между ними. С которыми бы я мог поехать. Надо бы выяснить, кто они.